Ассаламу алейкум, Маш Довел. Добрый вечер, дорогие друзья. Итак, долгожданный турнир. Результат упорного труда за 2019 год наконец-таки наступил. Лига YBJJ представляет вам итоговое событие уходящего года — суперфайт между синими поясами. Все участники сегодняшнего вечера завоевали это право выйти на ковер, и поверьте, это им далось нелегко. Разрешите представить вам судейский корпус. Главный судья соревнований — Адлан Джабраилов, коричневый пояс. Судьи: Абубакар Хадаев, коричневый пояс. Загид Багаудинов, коричневый пояс. Ильяс Сатуев, пурпурный пояс. Беслан Гаруев, коричневый пояс. И Халид Эсанукаев, пурпурный пояс. Дорогие друзья, и разрешите пригласить на ковер первого участника финала весовой категории 62-64 килограмма, набравший в рейтинге синих поясов 39 баллов, находящийся на первом месте рейтинга, представляющий клуб Universal Fighters, Магомед Шахбанов. Ну вот, на самом деле, время и нам с вами познакомиться, поздороваться со всеми зрителями, которые присоединились к прямой трансляции. Добрый вечер, любители джиу-джитсу. Добрый вечер, любители спортивных единоборств. На татами выходят уже первые участники сегодняшнего мероприятия, о котором наш уважаемый ведущий уже все сказал. А за кадром вам помогать разобраться, что происходит на ковре, помогут Бадаев Асланбек, чемпион Южно-Федерального округа по грэпплингу и ведущий телепрограммы «Экстра раунд». И я, Алексей Беляев, главный редактор портала «Бажефрикс». Приветствую, Асланбек. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер, уважаемые друзья. Действительно, сегодня нас ждет поистине захватывающее спортивное событие. Эти ребята на протяжении года зарабатывали рейтинг, а сегодня пробились, можно сказать, в главной схватке турнира. Это суперсхватки в каждой весовой категории. И вот два финалиста: Магомед Шахбанов и Заирби Гасанов. Это весовая категория 62-64 килограмма. Самый легкий вес сегодняшнего вечера. Для того, чтобы зрителям было удобнее определять, кто из спортсменов, кто в данный момент. Даже если вы их прекрасно знаете в лицо в процессе схватки, очень сложно бывает и лицо разглядеть, и вообще понять, кто сверху, кто снизу. Магомед в белом кимоно и Заирби в белом рашгарде и в белых шортах, и Заирби в черном рашгарде и в черных шортах. Ну давайте немного поговорим, наверное, перед началом этой схватки о регламенте соревнований. Это два раунда по 5 минут. Да, совершенно верно. Ну, для в первую очередь скажем, что человеку, привыкшему смотреть соревнования по бразильскому джиу-джитсу, будет достаточно понятно судейство, поскольку правила максимально приближены к международным и BJJF. С той лишь разницей, что сегодня финалистов ожидает не просто 5-минутный финал, а это два раунда по 5 минут с небольшим перерывом и, возможно, также и экстра раунд в случае, если победы по раундам, если счет по раундам у спортсменов одинаков равен. Обращу ваше внимание, что счет раундов не суммируется. И если вдруг, к примеру, первый раунд закончился со счетом 4-0, а второй раунд 1-0, то 4 балла из первого раунда не переносятся во второй, и, соответственно, баллы из второго раунда не переносятся в третий. Считается количество побед в раундах, количество победных раундов для каждого спортсмена. Собственно, начинается первая схватка. Хочу обратить ваше внимание, что каждый поединок сегодня оценивает 3 рефери, что позволяет максимально четко разглядеть
поединок, технические действия спортсменов и максимально избежать каких-то человеческих факторов, возможно, ошибок. Достаточно динамично начали ребята. Магомед уже накинул так называемую позицию Diamond Shape и находится на полпути к удушающему треугольник. Но очень грамотно стоит отметить, что Заирби Гасанова защищается, он выпрямил спину, как это и надо делать в подобных случаях, и защитился, можно сказать, с легкостью от этой атаки соперника. Да, первая защита при попытке треугольники – прямая спина. Собственно, прямая спина, как я даже часто говорю своим ученикам на тренировках, это одно из главных правил в джиу-джитсу, в какой бы позиции вы ни находились. Основа, чаще всего, да, можно сказать. Да, прямая спина делает тебя сильнее, скрученный позвоночник делает тебя слабее. Внизу играет гард Магомед. Сложная задача предстоит Заирби Гасанову пройти гард Магомеду. Стоит отметить еще одну важную деталь, о которой, возможно, наши зрители сейчас и не подозревают. Прежде чем начать вот эти вот суперпоединки, суперфиналы по итогам сезона лиги, сегодня все эти спортсмены уже отборолись несколько схваток, поскольку был некий такой отборочный турнир среди 8 топовых спортсменов в каждом весе, и из этих 8 отобрались 2 спортсмена в каждый вес, в каждую весовую категорию, и этих двоих мы сегодня с вами и увидим. Ну и, собственно говоря, давайте поговорим о турнирном пути. Магомед Шахбанов провел 2 схватки. В первой победил со счетом 2-0, а в четвертьфинальной, в полуфинальной он одолел 16-4 также своего соперника и вышел в финал. У Заирби Гасанова первая схватка была свободной, то есть он пропускал этот круг ввиду недостаточного количества, наверное, участников, чтобы разделить их по парам. Но в полуфинале уже 2-0, также им был побежден Султан Шарипов из Top Team Fight Club. Мы сегодня буквально за 30 минут до начала вещания общались с некоторыми спортсменами. И, надо сказать, они честно признавали, что они изрядно уже попотели и подустали за первую половину дня, за первую половину сегодняшнего грандиозного ивента. Мы же с вами видим, что называется, сливки. Главные суперпоединки в каждой весовой категории, и не по итогам сегодняшнего дня, а по итогам всего соревновательного сезона организации YPJ. Действительно, уровень утренних схваток впечатлял. Были очень конкурентные поединки, и изрядно сил отдали вот участники главных поединков. Наверное, кто больше сохранил эти самые силы, кто больше сохранил тот настрой, потому что тяжело настраивать себя на протяжении всего соревновательного дня к важным схваткам, тот и будет успешнее. И надо сказать, что на ковре разгораются шикарные события. Очень динамично работают ребята. И Магомед снова делал попытку. Сначала накинул треугольник, после чего выйти на болевой на руку. Но на табло пока счет 0-0. При этом до конца первого раунда остается всего 1,5 минуты. Никак не может обойти гард своего соперника Заирби Гасанов. Очень чувствительный его оппонент Магомед Шахбанов со спины очень грамотно работает, скручивается под оппонента, периодически контратакуя. Наверное, даже атакуя будет правильнее сказать в этой позиции. Скорее, да. Скорее, это обмен атаками и такое отбивание друг друга. Как говорится, ребята атакуют и мешают своему сопернику. Хорошо реагирует на смену направлений атак Магомед. И видно, что, наверное, до конца этого раунда, в ближайшие 40 секунд, ребята не будут взрываться уж сильно, но им крайне важен какой-то балл в пользу одного из участников. Ну, поэтому Заирби сейчас стремительно рванул на проход гарда и, допустив небольшую ошибочку, чуть не отдал, выражаясь нашим джитсерским языком, чуть не отдал спину. То есть не отдал сопернику позицию бэкмаунт. Ну и при этом вот тот самый заветный балл есть или нет у нас? Нет. Не за что? Да, не вот за как что. Бы не за что.
попытался под занавес этого отрезка, первого отрезка схватки Магомед Шаабанов. Конец первого раунда, и можно с уверенностью предсказывать, что будет третий раунд в этой встрече. Хотя почему же? Рефери принимают решение. Кому отдать первый период? Кто был активнее? Первый раунд. Итак, все три рефери отдают свой голос в пользу Магомеда, спортсмена в белой форме. Первый раунд за ним. Оно и не удивительно. Все-таки, если мы говорим по активности, он действительно преуспевал больше. И особенно запомнился тот самый треугольник, который он хотел закинуть. И под занавес первого раунда, когда хотел занять позицию бэк-маунт, почти удалось ему это сделать. Да, вот как раз повтор этого момента, когда он законтрил проход. А нет, это не этого момента, но видите, оказывается, была еще такая похожая сцена в этом поединке. Вот попытка второго треугольника. Очень надеюсь, что нам покажут еще попытку вот рычага, который... Да-да-да, вот. Очень красивая работа со стороны Магомеда Шаабанова. Эти переходы от одного прямого... Да, комбинация атак. Да, как он связывает эти атаки, это на самом деле дорогого стоит. И вот здесь, да, действительно, прочувствовал этот момент. Зайрби Гасанов не дал заправить вторую ногу. Спортсмены не общаются сейчас со своими секундантами, один на один со своими мыслями, если вы заметили, да, нет такого, как в боксе в углу идет разговор. Спортсмен сосредоточен, он где-то там уже во втором раунде, который сейчас, кстати, начинается. Зал замер. Магомед Шаабанов занимает более низкую стойку. Но рефери посчитал достаточным время для того, чтобы наградить спортсмена предупреждением за пассивное ведение схватки. Хорошо играл начало, не давал понять до конца, что он будет делать, затягивать своего оппонента в гард или работать в стойке. Кстати, сегодня в ходе отборочных поединков Магомед достаточно твердо и уверенно боролся в стойке. И я, признаюсь, ожидал, что начинать поединки сегодня в суперфинале он будет тоже со стойки. Ну, видимо, решил перестроиться, чтобы где-то, наверное, и запутать своего соперника, чтобы именно другую работу попрактиковать. И мы видим, что у него неплохо получается эта работа со спины. И почти свип, почти. Не получилось оказаться сверху своего оппонента. Для зрителей, которые впервые смотрят бразильское джиу-джитсу, хочу сообщить, что свип – это переворот, когда человек, находившийся снизу, в ходе какого-то технического действия становится верхним человеком. Ну, из гарда, из защитного положения, он переворачивает своего оппонента и оказывается сверху. Но в данный момент попытка была, но не увенчалась успехом, поэтому она не привела ни к каким очкам со стороны рефери. Чуть-чуть не доработал Магомед Шаабанов, действительно. Не довел до конца это техническое действие. Сегодня у нас очень насыщенный вечер получается. Помимо 9 финалов в весовых категориях основных, у нас также будет супер поединок с участием звезд российского ММА Юсфа Раисова и Марифа Пираева. Действительно, очень интересно и любопытно бывает, когда знаменитые представители ММА пробуют свои силы именно в бразильском джиу-джитсу. Мы помним и прошлогодние схватки ACB джиу-джитсу, когда целый ряд звезд выступал, и тогда этот турнир был очень рейтинговым в плане просмотров.
Но надо сказать, что и история Лиги YBJJ начиналась тоже именно с суперсхваток, в которых принимали участие представители ММА против представителей бразильского джиу-джитсу. С этого и началась такая большая дорога в YBJJ и в эфирах, и далее по турнирах. И вот снова была попытка выхода за спину. Пока мы с вами разговариваем, происходит очень интересное событие. До конца схватки остаются 2 минуты. И вот о чем я еще хотел упомянуть. Мы-то с вами знаем, а зрители, возможно, нет. В кадре сегодня и на протяжении всего вечера на татами мы видим представителей дивизионов синих поясов. Это синие пояса, Blue Belt, исключительно синие пояса, поскольку... И вот, пожалуйста, попытка удушающего приема, анаконда. Вот это да, действительно очень плотный захват мы с вами видим, но... По-моему, есть подвижность в шее. Опасность, несомненно, существует. От и анаконда затягивалась. Гайрби получает свой заслуженный адвентаж за хорошую атаку. Она, конечно, не состоялась, но, тем не менее, атака была сделана. Гайрби, не... да, не задерживается с ответом Магомед. Попытался контратаковать сначала амоплатой. Сейчас попыткой выхода за спину своему сопернику. И он близок. Близок к позиции бэкгрэб, бэкмаунт, как его в простонародье называют. Зерби вынужден защищаться. Черепахи. Второй адвентаж зарабатывает Магомед Шахбанов. И за 40 секунд до конца второго раунда он, наверное, близок к победе, учитывая, что первый также ушел в его копилку. Не самое лучшее время падать духом для Зерби. Но, похоже, он очень плотно зафиксирован. И все идет к тому, да, что раунд закончится в пользу Магомеда. Что ж... Завершается схватка. И еще один адвентаж. Давайте посмотрим на табло, что нам показывает. 3-1 по адвентажам в пользу Магомеда Шахбанова. Здесь нет необходимости привлекать к решению двух боковых рефери. Все ясно, все победу очевидно. Одержал Магомед Шахбанов. И лучшим по итогу сезона 2019 года в весовой категории 62-64 килограмма. Весовой категории 62, становится Магомед Шахбанов. Килограммов. Поздравляем атлета, поздравляем его тренеров и, собственно, коллег по спорту. Для награждения победителя приглашается черный пояс YBJJ Абдулджалиль Адилов. Получает свою заслуженную награду из рук черного пояса Абдулджалила Адилова Магомед Шахбанов. Действительно, очень хорошую победу, качественную борьбу сегодня показал. Магомед, еще раз поздравляем его и переходим к следующей схватке. У нас вторая схватка сегодняшнего вечера, и на ковер приглашается первый участник финала весовой категории 68-70 килограммов. Встречайте, Шамиль Аюбов. Шамиль Аюбов выходит на татами. Спортсмен в белой форме, белый рашгард и белые шорты представляет клуб-команду «Мурадов Тим».
И я так понимаю, в зале достаточно много его одноклубников, которые достаточно громко его приветствуют. В рейтинге синих да, поясов Шамиль имеет 39 баллов. Шамиль не обделен. Находится на первом месте в рейтинге. Представляет клуб Мурадов Тим. И ваши аплодисменты. Шамиль Аюбов. На ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 6 баллов, занимающий 8 место в рейтинге, представляющий клуб Сунджа Джеже. Встречайте, Имран Магомадов. Имран Магомадов, спортсмен, представляет Сунджа Мурадов Тим. Это филиал одной большой команды, достаточно известной в Чеченской Республике и в России в целом. Спортсмен выходит в черном комплекте формы, для того, чтобы все зрители прекрасно могли отличить этих двух бойцов. А, с уверенностью можно сказать, что встречаются двое одноклубников из разных филиалов, из разных республик, которые тренируются в общем под руководством Арби Мурадова, черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Первого чеченца, который стал обладателем черного пояса. И действительно, этот факт мы не можем не отметить. Вошел в историю Арби Мурадов как первопроходец. Очень уважаемый человек как в Чеченской Республике, так и вообще в мире бразильского джиу-джитсу в России. Человек с умным джиу-джитсу. Мне посчастливилось побывать у него на тренировке. Я видел его джиу-джитсу, я видел его манеру преподавания. Был в восторге. Поединок начался, и Ибрам оказывается снизу, будет работать гард, но не пытается залеживаться, сразу ищет попытки выйти за спину. Работа сверху требует от спортсмена куда больше приложения усилий. Это постоянная проблема обойти ноги соперника. И на таком уровне это очень непросто сделать. Тот, кто умеет хорошо обороняться, тот именно учитывая правила IBJJF, ему, конечно, легче, наверное, в какой-то степени. Знаете, существует мнение, и я отчасти с ним согласен, если не на 100%, то на 90% уж точно, что работать в гарде нужно легко, и работать так, чтобы уставал верхний. Есть такое мнение, впервые услышал его от одного профессора черного пояса, и, возможно, я с ним согласен. Но вот работать снизу необходимо так, чтобы нижнему было некомфортно, чтобы вот пресс и постоянные атаки. Это требует большого количества энергии, вот этого запаса бойцовского топлива. Мы видим, что пока довольно-таки уверенно защищается Имран Магомадов, работая снизу. Шамиль Аюба пытается подобрать ключи, подобрать ту самую брешь в обороне соперника. Но и не друзья, разбрасывается лишний раз энергией, которую ваша предостаточно было потрачено в первой половине дня. Как одному, по две схватки провели спортсмены внутренней части программы соревнований. По две очень непростых схватки они провели. Естественно, обе выиграли. Контролирует своего оппонента за голеностоп для того, чтобы пройти. Очень хороший захват. Но, тем не менее, подвижность таза не заблокирована, не ограничена у Имрана. И поэтому он продолжает уверенно защищаться от попыток атак Шамиля Аюбова. Восстановление гарда буквально как по учебнику. Надо, наверное, все-таки добавлять обороты Шамилю, если он хочет раскрыть своего соперника, как вы сказали, более усиленно, более настойчиво проводить свои атаки. Настойчивость. Слишком низкий темп.
А тем временем, воспользовавшись этим темпом, Имран прихватывает руку своего противника. И будет ли Кимура? Вот, или к сожалению, или армбар? С нашей точки зрения не очень виден захват, насколько он уверен. Но позиция выглядит как достаточно такой опасный, сложный для спортсмена в белой форме. Расцепил захват своего соперника Имран Магомадов. И вернул. Да, и сразу тут же. Хотя такого полноценного захвата нет. Руку соперника схватил Шамиль. Тем не менее, опасность остается. Более того, есть небольшая есть и опасность того, что Имран получит 4 балла. То есть есть все шансы выйти сейчас в позицию бэкмаунт из данного положения. Но он нацелен на руку. Он ищет болевой. Застегивает body triangle. Переносит его выше. И это может быть вполне удавшийся обратный треугольник от Имрана Магомадова. И все-таки за рукой очень настойчиво охотится. Да-да-да, он поднимает руку для того, чтобы затянуть свой треугольник еще плотнее. И здесь у него открывается, в случае, если треугольник закрыт идеально, открывается большая палитра опций, большое количество опций для атаки. Что мы видим? Все. Победа сабмишеном. Очень уверенная, очень сверхуверенная победа Имрана Магомадова. Как по учебнику он подводил расчетливо к этому приему соперника и провел его. Первая досрочная победа у нас. Досрочная победа и хорошая досрочная победа. Очень уверенная защита. Вовремя сориентировался, поймал правильный момент. И аккуратно, как по лесенке, выбрался к завершающему техническому действию. Обратный треугольник, правильно? Я думаю, что обратный треугольник. С нашей стороны это было видно как обратный треугольник. Возможно, в этом обратном треугольнике может было еще что-то. Может быть, узел плеча и кисти. Но мне кажется, что все-таки это обратный треугольник. Вот давайте посмотрим. Он держит руку, но если там болевой, не знаю. Да, с этого ракурса не совсем видно, но похоже на обратный треугольник. Зафиксированной рукой. Хотя нет, время закончилось, мы немного поспешили. Да ладно. Да, время. Вот же, а мы уже празднуем. Немного поспешили мы. Просто время первого раунда было завершено. Тем жестче будет второй, тем больше интрига для телезрителей. Ну да, мы так, скажем так, мы так оправдались сейчас перед телезрителями. Но тем не менее, первый раунд остается за Имраном Магомадовым. Спонсор турнира объявил денежную премию в размере $200 за сабмишн. И только что мы услышали еще одну приятную новость. Новость-сюрприз от организаторов. Спонсоры турнира объявили дополнительную премию, дополнительный приз для участников за сабмишн. $200. Речь же об американских долларах. Да, и это дополнительный стимул для того, чтобы пытаться завершить схватку досрочно. Что ж, на этот раз Шамиль решил начинать работать снизу. И, возможно, он в этой позиции себя чувствует более уверенно. Да. Смотрите, какая попытка свипа, которая заканчивается успехом. И судья наверняка покажет сейчас 2 балла. Возможно, даже показал. Мы этого не видим. Да, судья показал 2 балла. Получает их свой актив Шамиль Аюбов. И поединок перешел в рисунок
предыдущего раунда, но уже с положительным запасом в пользу Шамиля Аюбова. С положительным результатом, да, то есть есть над чем работать теперь Имрану, дабы вернуть эти два балла и выиграть свои. Хочу напомнить для телезрителей, для зрителей, тех, которые смотрят нас на YouTube-канале, в прямом эфире или в записи, баллы из первого раунда не переносятся во второй раунд. То есть, по сути, спортсмены борются два разных поединка. В каждом поединке счет начинается с нуля и заканчивается с сабмишеном или истечением времени. Это как старые правила в вольной борьбе, когда каждый период счет обнулялся, обновлялся, и ты мог выиграть и 5-0 первый период, но уступить 0-1, 0-1, 2-й, 3-й и проиграть по раундам. Это очень такая интересная система. Вы знаете, почему-то для некоторых спортсменов, я опять не буду называть имен, для некоторых спортсменов было немножко удивительно узнать за там 30-40 минут до начала вот этого турнира, что будет все-таки не один раунд, а два. И, возможно, даже кто-то не очень был готов к тому, что придется выкладывать на два поединка, на два полноценных поединка с паузами между ними. Еще два балла зарабатывает Шамиль. Великолепно, Аюбов. Великолепно. И действительно, мы увидели, что работа снизу, она более действенна в исполнении Шамиля. И он это понял во втором раунде и перестроился по ходу поединка. Сейчас уже счет 4-0. Я думаю, сейчас просто Шамиль не будет рисковать. Но, тем не менее, он аккуратно продолжает работать на проход гарда. Имран закрывает хафгард для того, чтобы притормозить напор своего оппонента. Еще одна попытка прохода. 4-2 уже счет в этом периоде. 4-2 и 2-1 по адвентеджу, так называемым преимуществам. Чуть больше минуты до конца поединка. Стоит Имрану включаться. Включаться и отыгрывать свои баллы. Заметно сдал, конечно, Имран во втором раунде, во втором отрезке этого поединка. Мы видели, что вначале он очень уверенно затягивал соперника на обратный треугольник. И нам даже показалось в какой-то момент, что он довел этот прием до конца. Но вот во втором периоде, возможно, функционально подсел Имран, но он уже не выглядит таким уверенным, таким свежим. Возможно, очень много моральных сил, именно моральных сил ушло в этот треугольник, в этот обратный треугольник, в эту атаку. Ну и да, когда ты не завершаешь действие, когда столько сил вкладываешь, оно завершается безрезультативно, тогда это, конечно, психологически тоже надламливает. Пятнадцать секунд до конца второго отрезка этого поединка. Имран пытается за 15 секунд до окончания матча выйти за спину, но... Удар ногой в лицо, или даже, наверное, такой толчок в лицо ногой. Все нормально показывает Имран. Мужской вид спорта. Но... 5 секунд до конца схватки. Спортсмены даже не будут терять лишних калорий. Ну и что ж. По результатам раундов 1-1 у нас получается. Да. И давайте уточним время экстра раунда. Оно будет 5 минут или меньше? Это третий полноценный поединок.
Но не исключено, что оно может быть меньше, если поединок если раунд закончится досрочно сабмишеном. И вот мы смотрим, да, такой небольшой нокаут. К сожалению, несмотря на то, что в нашем виде спорта запрещены любые удары руками, ногами, головой, время от времени они случаются. Это исключительно случайность, но никто от нее не застрахован. Элементы ММА, так называемый апкик. ММА, он, да, часто используется, удар снизу ногой. Но в данном случае это было ненарочное техническое действие, это абсолютно видно. Итак, третий раунд. Вот тот самый момент, когда нужно выложиться на полную. Поставить на кон последние резервы своего организма, последний энергетический запас. Ну и стоит отметить, что если верить официальной статистике данного турнира, уже встречались до этого спортсмены. Имран Магомадов побеждал уже Шамиля Аюбова. Это их повторный поединок. Возможно, очных встреч было еще больше. Вот по официальной информации у нас мы видим, что уже проигрывал Имрану Магомадову Шамиля Аюбов. Или да, немного это сегодняшняя информация получается. На всякий случай обоим записали красные линии, что оба проиграли друг другу. Но я думаю, после этой схватки все изменится. Очень необычная, надо сказать, и для нас, комментаторов этого эфира, сетка турнира и отображение результатов. И мы не сразу соображаем, как это все отображается на сайте smovs.com. В разделе турнира, официальной страничке турнира. Аккуратно, аккуратно будут работать, наверное, ребята, эту шахматную партию. Решающий матч. Возможно, кто-то сделает ставку на то, чтобы взорваться в конце и выиграть свою победу. Шамиль делает попытку подкрутиться за спину спортсмена, ищет свип, пытается завладеть центром тяжести и зарабатывает 2 балла. Действительно, до автоматизма доведен этот прием у Шамиля Аюбова. Уже третий свип он проводит за эти 3 отрезка. Даже 2 отрезка во втором и третьем раундах. И не один раз он пытался выходить на эту технику в течение всего финального матча. Очевидно, одна из коронных техник данного спортсмена. Еще попытка прохода. Снова попытка выхода за спину. Очень хорошо, не остановившись, буквально проскользил дальше и взял свой захват руками со спины. Для того, чтобы получить баллы за эту позицию, ему остается только заправить второй крючок ногой. Но Имран освобождает таз и уходит в черепаху. Нет, преследует Шамиль Аюбов своего оппонента. Будет ли пытаться проводить прием Шамиль Аюбов? Охотится он за рукой соперника? Пока непонятно. Сейчас он забрал 4 балла. Нет, нет. Запутался в ногах спортсменов.
В любом случае, он сейчас находится в вполне выгодной позиции. Рефери прерывает поединок и вернет спортсмена в центр ковра. Чуть больше минуты у нас остается до конца этого поединка. Шамиль Аюбов в третьем периоде. Ведет со счетом 2-0? Да. Близок он к победе в этом поединке и вообще в данном турнире, который, напомним, уважаемые друзья, проводился на протяжении года. Так, отключает руку, нет, высвобождает ее. Закрывает боди триангл, и очень может быть, что он просто останется в этом положении. Нет, все-таки он намерен вырвать эти 4 балла. Боди триангл ему недостаточно было. Очень может быть, да, баллов за эту позицию не дают, но удушающий рернейкед чок из этой позиции работает превосходно. Осталось только подобраться поглубже под шею Имрана Магомадова. Для того, чтобы принципиально завершить этот поединок. Ну или просто дождаться истечения 12 секунд до конца матча, поскольку счет и так в пользу Шамиля. Но надо отдать должное Шамилю. Мы видим, что он до последнего пытается одержать досрочную победу и заработать тем самым ценный приз $200 за лучший совместный вечер. Чуть не забыл, да. Стимул. Я чуть не забыл про $200. Зал поддерживает Шамиля Аюбова. Аплодирует победителю. В этой схватке победу одержал и становится лучшим джитсером весовой категории 68-70 килограммов 2019 года Шамиль Аюбов. Поздравляем Шамиля Аюбова и в целом спортсмена. В очень качественную схватку они выдали. Для награждения победителя приглашается черный пояс БДЖ Шамиль Магомедов. Решили исход этой встречи. Оба высококлассные джитсеры. Это была точно не скучная схватка. Впереди нас ждет весовая категория 74-76 килограммов. Ассаламу алейкум всем, братья. Хотел пару слов сказать данной организации, уже который турнир, организация YBG устраивает турнир на очень высоком уровне. И наш клуб всегда рад принять здесь участие, так как такие турниры дают возможность развиваться нашим перспективным молодежи. И я думаю, в ближайшем будущем эти ребята будут нас радовать также на международном уровне. Всем ассаламу алейкум. Шамиль Магомедов. Полностью поддерживаю. На ковер приглашается участник финала весовой категории 74-76 килограммов, набравший в рейтинге синих поясов 30 баллов, занимающий третье место в рейтинге, представляющий клуб Мурадов Тим. Приветствуйте Турпал Галаев. Турпал Галаев, еще один ученик Арби Мурадова. Он будет выступать в белой форме, в белом рашгарде и в белых шортах. Одну схватку на пути к финалу провел Турпал Галаев. Первый он был освобожден от участия, а во второй победил Магомеда Алиева. А на ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 33 балла, занимающий второе место в рейтинге, представляющий клуб Мурад Тим. Приветствуйте Рамзан Сулейманов. И в данном поединке встречаются два одноклубника. Рамзан Сулейманов, спортсмен в черной форме, также представляет Мурадов Тим. Не обладаю информацией, в одном ли зале занимаются спортсмены или нет, но по сути являются в любом случае
представителями одной команды. Не знаю, насколько это скажется на данной схватке, поединке, но вот за выход в финал Рамзан провел две схватки, и полуфинальная была очень тяжелая. Там буквально вырвал ее на зубах Рамзан, и получается, он больше сил отдал утренней части. Возможно, восстановившись уже, спортсмены не почувствуют эту разницу, но тем не менее. Рамзан сегодня в первой половине дня показывал очень хорошую борьбу, постоянные атаки на сабмишены. Очень хочется верить, что у него осталось достаточно силы и энергии, чтобы показать такую же борьбу и в финальной встрече, в финальных как минимум двух раундах. Турпал работает снизу. Задача Рамзана — обойти ноги своего нижнего оппонента, не упасть, что он сейчас сделал, и занять позицию в топ. Тем не менее, Рамзан получает один advantage за незаконченную попытку свипа и уже изменил счет в свою пользу. Пытается подготовить свою атаку. И, пожалуйста, не завершает одна действие. Попытка свипа была. И рефери все-таки дает 2 балла. Дает 2 балла, потому что сцена закончилась тем, что нижний спортсмен стал верхним спортсменом. Итак, Турпал внизу, Рамзан. Нет, наоборот. Извините, Турпал наверху, Рамзан внизу. 2-0 счет этого раунда. Рамзан не собирается надолго задерживаться внизу. Край ковра не позволяет завершить свип. Дабл гард пул. Несмотря на то, что пока уступает в счете Рамзан Сулейманов, такое ощущение, что он только набирает обороты. Мы и в утренней части видели, что проигрывая по ходу схваток, он вырывал эти схватки буквально на зубах, как мы уже говорили. Очень интересно, как он справится вот в данной ситуации. Он не теряет вот этого напора, не теряет давления, продолжает двигаться в своем направлении, продолжает работать на проход. Правда, использует пока только одно направление, не меняя. Возможно, стоило бы комбинировать направление для атаки. Была сейчас похожая попытка. Рефери возвращает спортсменов на середину татами. Та же позиция. И Рамзан продолжает решать одну из самых сложных головоломок вообще в джиу-джитсу. Прохождение гарда. Задача, с которой спортсмен сталкивается с самого первого своего занятия. Любой спортсмен, который приходит заниматься джиу-джитсу. И, наверное, до самого своего последнего дня в джиу-джитсу. Независимо от цвета пояса и многолетнего опыта. Пройти гард. Действительно, это очень сложная задача. Те, кто занимались джиу-джитсу и грэпплингом, они знают, насколько это тяжело, особенно против мастеровитых оппонентов, спарринг-партнеров, соперников. И на таком уровне мало кто дает, по крайней мере. Сегодня мы еще не видели в вечерней части программы, чтобы кто-то пропускал соперника боковой гард. С легкостью пропустить вряд ли. Учитывая, что плюс-минус уровень этих спортсменов, которые представлены сегодня
в, так сказать, в топе мероприятий по итогам года лиги в IBJJ. А это значит близкий уровень спортсменов. Очень сложно, наверное, будет дождаться нам какой-то легкой победы или легкого прохода гарда. Уровень спортсменов все-таки близкий. Ну и мы видим, насколько настойчиво атакует Рамзан Сулейманов, но чуть-чуть не хватает ему, не дорабатывает он. Адвентичи зарабатывает, но вот баллов пока в его копилке нет в первом отрезке поединка. А тем не менее, напоминаем для зрителей, существует специальный приз за сабмишн на этом турнире. Дополнительный стимул работать на красивую атаку. Да бог с ним, даже не на красивую. Сабмишн, досрочное завершение поединка. Суть всего джиу-джитсу. Хочет развернуть своего противника. Турпол. Какой счет на табло? Счет остается 2-2. 2-2, да. Все-таки великолепно заполучил свои 2 балла. Как раз таки Рамзан Сулейманов. И учитывая адвантиджи, он выигрывает первый отрезок. Я сейчас слишком расслабился, или рефери все-таки не поднимал сейчас руку ни одного из спортсменов? Ну, по крайней мере, визуально мы этого не видели, но на табло был равный счет 2-2 после первого раунда. Мне кажется, что сейчас спортсмены сами решили, что да, раунд закончился, и надо разойтись. Самостоятельные. Но нам сейчас не очень хорошо было видно, какая ситуация с адвентеджами. И, возможно, там плюс-минус один адвентедж играл бы роль. В пользу Сулейманова, если я не ошибаюсь. В пользу Сулейманова были адвентеджи. Рефери приглашает спортсменов на ковер. Второй раунд. Еще 5 минут. Где-то мы слышим с трибун: ломай, ломай его, ломай. Доброжелательные болельщики самого мягкого борцовского в мире спорта. Ну, тут каждый болеет за своих, как говорится, хоть и одноклубники, спортсмены, но тем не менее. Первым уходит в парты Рамзан Сулейманов. Рефери решил, что не было достаточно уверенного захвата для того, чтобы опуститься в партер. Напомню, что по правилам перевести себя, так сказать, в партер, запулить гард, можно только с захватом соперника. То есть просто так сесть на расстоянии без наказания не получится. Ну и вот мы видим, что Рамзан Сулейманов пытается обойти гард соперника, атакует. И что? Казалось бы, уже почти есть боковой контроль в исполнении Рамзана. Итак, второй раунд в категории
74-76 килограммов, я напоминаю, в белой форме Турпал Галаев, в черном Рашгарде, в черных шортах Рамзан Сулейманов. Оба спортсмена представляют Мурадов Тим. Команду Арби Мурадова, первого чеченского черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Яростная попытка прохода гарда, несмотря на скрепленные ноги, попытка пройти никак не слайдом. Хорошо сейчас попытался Рамзан. И забирает 2 балла Рамзан Сулейманов. Пройти ноги, пройти ноги, пройти ноги. Все мысли в данный момент спортсмена. И да, он не пытается выходить на какие-то болевые на ноги. Работает на проход. Есть такое ощущение, что он подустал. Подустал работать на ногах. Немножко не успевает. Немножко вот чуть-чуть. Вот, отличная попытка. Вы имеете в виду Рамзана Сулейманова? Да. И вот есть, Рамзан есть. Проходит гард и фиксируется в позиции север-юг. Пять два в пользу Рамзана Сулейманова на табло. 5-0. Ой, 5-0. 5-0, да. Ну, это чувствовалось, что Рамзан потихоньку набирает обороты. Даже когда он проигрывал в первом раунде, чувствовалось, что он наращивает темп. Но при этом, как вы заметили, есть, конечно, определенные признаки усталости. Это неудивительно. В таком темпе отработать 2 отрезка 5-минутных – это очень непросто. Мы можем, если приглядеться, увидеть, что атлеты действительно тяжеловато дышат, все сложно, и преодолевают себя вот на последних морально-волевых. 2 балла. 2 балла отыгрывает Турпал Галаев, если я не ошибаюсь. Нам не показали, дал ли рефери оценку. Да, рефери показал, что 2 балла зарабатывает. Ух ты. Рефери немножко не понял, что это было и почему это именно так закончилось. Очевидно, сработало то, что ребята являются одноклубниками, и один второго не захотел жестко приземлять со второго этажа на татами. Просто разошлись и продолжили поединок. 8 секунд до конца матча. Счет 5-2 в пользу Рамзана Сулейманова. Завершается схватка, и мы видим, что Рамзан Сулейманов одерживает победу. Поздравляем. Это в этой уже схватке третий триумфатор. Одержал победу и стал лучшим джитсером весовой категории 74-76 килограммов 2019 года Рамзан Сулейманов. И до награждения приглашается партнер лиги YBJJ, руководитель торговой компании «Эдим», синий пояс по бразильскому джиу-джитсу Тимур Кагиров.
ковер приглашается участник финала весовой категории 82 килограммов, набравший в рейтинге синих поясов 30 баллов, занявший второе место в рейтинге, представляющий клуб «Мурадов Тим». Встречайте Илез Хашахульгов. Илез Хашахульгов, первый спортсмен, который выходит в категории 80-82 килограмма. На нем белый рашгард и белые шорты. Представляет он команду «Мурадов Тим». Уверенно он провел сегодня два поединка. Во всяком случае, я наблюдал за двумя его схватками. Это было достаточно уверенное и мощное зрелище. Его соперником станет Саид Гелегаев. Извините, если я, может быть, ошибся в произношении. А на ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 9 балла и занявший шестую позицию в рейтинге, представляющий клуб Universe Fighters. Приветствуйте, Саид Гелегаев! Ну и что ж, довольно-таки интригующая схватка весовой категории до 82 килограммов. Илез Хашахульгов и Саид Гелегаев. Очень сильный борца. Ну вот то, что я видел сегодня днем, к сожалению, не мог наблюдать за этими спортсменами на протяжении всего года их выступления. Но то, что я видел сегодня днем, да, это... Были уверенные поединки, каждый из них прекрасно понимает, что он делает, для чего и что вообще нужно сделать для того, чтобы победить без каких-либо сомнений. Ну, мы можем даже видеть вот эти сосредоточенные взгляды. Борьба за первый захват, прежде чем поединок перейдет в партер. Сразу попытка была такая на удачу, на гильотину. Не получилось, но из этого Лес из этой позиции легко перешел в ситинг-гард. И уже ведет игру снизу. Хорошо держит дистанцию, не отдает ноги своему оппоненту, при этом сам по необходимости пытается взять нужные для себя захваты. Хороший контроль. Очень много попыток болевых сегодня было в исполнении Илеза Хашахульгова, болевых удушающих приемов. Очень взрывной манере он выходил. И вот сейчас он хотел... Прям мог удивить вот этим выходом на рычаг локтя снизу. Очень неожиданным. И снова он атакует руку, да, насколько я понимаю. И это Саид Гелегаев атакует, да. Боец в черном рашгарде. Но атаковал-то как раз и лес снизу. Вот последняя попытка, когда на руку попытался где-то в таком начальном положении. Спортсмены успели продемонстрировать в начале первого раунда, что они настроены более чем серьезно, я так понимаю. Ну, две да. с половиной минуты до конца. Не хотят работать на тоненького, они пытаются продемонстрировать и как раз-таки обозначить свое преимущество каждый из спортсменов. Как вы сказали, на тоненького?
Ну да. Вот, и очень интересное выражение. Все-таки в любой момент можно и advantage пропустить, можно, в принципе, отдать отрезок времени, поэтому довольно-таки рискованно, учитывая, какой путь спортсмены проделали на протяжении всего сезона. И на том уровне, где спортсмены встречаются плюс-минус одной квалификации, одного уровня, каждый advantage – это серьезный балл. Да? Это решающий, это может быть решающим элементом, моментом в каждом поединке. Попытка атаки на ногу, ущемление ахилла. Не получилось, не доконтролировал, не дожал. Но, тем не менее, остается в уверенной для себя защитной позиции снизу, ведя при этом в счете один адвантаж. Деларива. Снова попытка закрутиться. Снова предотвращена попытка прохода гарда, но эта попытка приносит один адвантаж в пользу Саида Гелегаева. И если я правильно помню ход матча, 1-1 по адвантажам, и есть одно предупреждение у Саида. Мы видим, что пытается Элиас Хашагульгов, ищет он контакт с соперником, выйти на прием. Возможно, и свип. Вот сейчас он очень близок к этому. Да-да-да, он оказывается сверху. Буквально за считанные секунды до завершения матча ему стоит удержаться в этой позиции или забрать спину. Он пытается реализоваться именно во втором варианте сценария. Но пока позиция не приносит результатов. Адвантаж. Время закончено, и рефери на ковре присуждает адвантаж спортсмену за эту попытку. 3-1 по адвантажам на табло в пользу Илеза Хашагульгова. Очень равная схватка, мы видим, упорная, как мы и ожидали перед началом, учитывая турнирный путь, пройденный спортсменами. Очень техничные, чувствительные. Как вы отметили, Алексей, знающий, что им делать. Но пока чуть больше преуспевает Ильяс Хашагульгов. За счет попыток выхода на сабмишену, за счет навязывание своей игры. Вот попытка свипа, который завершился раунд. Попытка выхода за спину. Хорошая идея заключается в... Вернее, хорошую идею может таить в себе суть двухраундного финала. Это может подстегивать спортсмена выходить с новым настроением, там, с настроением отыграться, с настроением взорваться, что-то исправить. Или кого-то это может быть наоборот, в зависимости от психотипа человека, может как-то нагрузить, и ему придется справляться с двумя проблемами, и с собой, и со своим соперником. То есть вот есть в этом что-то, в этих двух раундах? Ну и да, как минимум, все сначала начинают спортсмены, не в позиции отыгрывающейся. Итак, пожалуйста. Попытка выхода на анаконду, прихватывает свой бицепс Саид. Достаточно плотненько он держит. Не в ту сторону скручивается Саид Гелегаев. Нужно именно в другую сторону переворачивать соперника, что он сейчас и делает, но захват отпускает. Отпустил захват, но получает
advantage за эту попытку. Сверху, оказывается, и лес. Но, как выясняется, ненадолго. Не доработал на 2 балла Гелегаев, хотя был очень близок, наверное, к этому. Как мне кажется, не зафиксировался, поспешил немножко. Вот сейчас похожая ситуация. Да, исправляется. Вот сейчас. Сейчас рефери, скорее всего, поднимет руку вверх и покажет 2 балла. В хавгарде в центре ковра восстанавливает схватку. Абубакар Хадаев, рефери на ковре во время этого поединка. Нет, я не вижу, чтобы рефери посчитал нужным дать 2 балла. Я показал Абубакар Хадаев в предыдущем эпизоде и отдал заслуженные 2 балла. Сейчас нам бы табло увидеть, чтобы уже удостовериться точно. Все, да, есть 2 балла. Спасибо, уважаемые операторы, за то, что показали табло. Спасибо. В этом раунде очень уверенно уже выглядит Саид Гелегаев. В его активе и баллы, и адвентиджи. И пока такую небольшую паузу берет Ильяс Хашагольгов. Думает, как ему быть, что ему делать. Времени, в принципе, достаточно. Еще половина раунда впереди. Ох, вы знаете, я бы не разбрасывался временем. Даже если половина раунда впереди. А на самом деле вот такая вот сложная ситуация. Почти проход гарда. Да, восстанавливается Ильяс Хашагульгов. Но согласитесь, было очень близко. Да, действительно. Будет рискованный эпизод такой для Ильяса Хашагульгова. Подустал. Вот, кстати, нужно отметить тот факт, что после полуфинальной схватки Ильяс Хашагульгов около 10-15 минут просто в неподвижном состоянии отлеживался рядом с ковром. Ему было очень плохо, и это было заметно. И даже по прошествии получаса, часа его состояние не менялось. По крайней мере, визуально он выглядел очень плохо. И вот как раз те самые силы, о которых мы сегодня часто говорим, которые спортсмены сохранили или не сохранили до финалов, они, наверное, сейчас сказываются. Потому что, посмотрите, очень пассивен во втором отрезке этого противостояния Ильяс Хашагульгов. При том, что Саид Гелегаев только набирает обороты. Значит ли это, что спортсмен где-то внутренне может уже сдаваться? Все возможно. Когда у тебя неоптимальное состояние, когда дефицит функциональных возможностей, это, конечно, влияет и на моральный настрой, это очевидно. 50 секунд до конца поединка. Ильяс прекрасно защищается. Не пропускает своего соперника в топ-позицию, а оставляя его мучиться со своим гардом. Тем не менее, 2 балла в пользу Саида. И 30 секунд до конца матча. Попытка сингл-лег свипа. Так, будут ли еще баллы в исполнении Саида Гелегаева? Очень может быть. А вот на попытку сабмишна очень было мало времени у Ильяса Хашагульгова. Саид не получил баллы, но получил свой 5-й адвантаж за этот раунд. 2-0. Минута перерыва.
И вот он, последний бой, он трудный самый. Третий раунд. Самый сложный, когда сил практически нет, а есть последняя возможность исправить ситуацию и окончательно вырвать победу. Все, что нужно, собрать все силы на реализацию возможности. Вот действительно сложная задачка. Вот нам сейчас показывают как раз Илеза Хашагульгова, Имрана Магомадова, его наставник, которого мы сегодня ранее видели в финальной вечерней части турнира. Вот Абдулжалил Адилов, также известный джитсер, грэпплер, черный пояс. Друзья, напоминаю, что спонсор турнира учредил денежные премии за сабмишн. Уверен, что этот стимул для джитсеров закончить схватки досрочно. Это, несомненно, стимул закончить схватку досрочно, дополнительная денежная премия за сабмишн. Но где бы взять на это сил? 2 балла за контр попытки гард-пула со стороны Саида зарабатывает Илез Хашагульгов. Если я сейчас слишком сложно выразился, повторю простым языком. Саид запулил гард, как можно сказать, выражаясь языком джизерским, но вовремя среагировал Илез, что для судьи выглядело движением, которое можно было оценить как тейкдаун и присудить за это 2 балла. Довольно-таки неожиданно, на самом деле. На старте третьего отрезка данного противостояния Илез Хашагульгов забирает 2 балла. Попытка свипа. С самого начала поединка, да. Да, и тут же сразу переход на треугольник планировался. Но прочувствовал этот момент Илез, контролируя ноги соперника, не дал провести ему этот прием, эту атаку. Или заработал 2 балла. Здесь теперь задача их удержать. Это как бы задача минимум на третий раунд финальной встречи, назовем так. Наверное, непросто перестраиваться спортсменам на этот формат 3 раунда по 5 минут, учитывая, что круглый год они боролись по другому формату. Здесь проверка сил и морально-волевых качеств, конечно, спортсменов. И, по сути, это профессиональные правила, профессиональный формат – это уже не просто любительский спорт. Ребятам, несмотря на то, что они являются пока синими поясами, дается возможность выступить, что называется, по взрослым правилам. Но я думаю, максимально сложным. Я думаю, участникам главного суперфайта сегодня, Юсуфу Раисову и Марифу Пираеву, не привыкать. Они проходили дистанцию в 5 раундов по 5 минут. Поэтому этот формат для них будет не таким сложным. Ну и вот, пожалуйста, будет ли армбар? Попытка армбара. Ну, с легкостью защищается пока от попытки армбара Илез. Но это может быть свип. И, пожалуйста, попытка... Или гильотина. Попытка гильотины со стороны Илеза Хашагульгова. Как она закрутилась к концу схватки. Попытка гильотины. Очень много сил отдал Илез Хашагульгов на 3 эти движения. И 2 балла получает за попытку гильотины Илез Хашагульгов. Я здесь поясню для зрителей этот момент в правилах. Если спортсмены выкатываются за край ковра на моменте выполнения сабмишена, спортсмен, выполнявший сабмишен, получает 2 балла, а спортсмены, после чего возвращаются в центр ковра, так как за пределами ковра они не могут продолжить схватку. Итого 4 балла у Илеза в третьем раунде. Ну и надо отдать должное этому спортсмену, спортсмену из Ингушетии, представляющему Мурадов Тим БЖЖ.
Действительно, с морально-волевыми у него полный порядок. Казалось бы, уже переломил ход встречи Саид Гелегаев, но вот 4 балла. 4 балла в третьем отрезке противостояния. И вот, как вы уже сказали, как вы отметили, Алексей, удержать, главное их удержать теперь. Времени чуть больше минуты у нас остается до конца поединка. Ох. Ну а Саиду, конечно же, надо рисковать, пробовать, пытаться. Понятно, что есть усталость определенная, но надо отыгрывать эти 4 балла. Да, и даже одного прохода гарда здесь будет недостаточно, поскольку, как мы все знаем, а кто-то, может быть, нет, а для тех я повторю, проход гарда в бразильском джиу-джитсу оценивается в 3 балла. Дабы отыграть 4 балла Саиду, ему нужно выполнить проход гарда и улучшить как-то свою позицию, там, может быть, выйти в колено на живот или в маунт. Но времени на это практически нет. Попытка атаковать на ногу, атаковать ногу оппонента. Ущемление ахиллесова сухожилия. Но и здесь, что называется, заперто, не достучаться. Похоже, что раунд останется за Илезом Хашагулговым. Да, действительно, так оно и есть. Одерживает очень непростую победу. Надо отметить, очень качественная схватка исполнения боя спортсменов. Да, согласен. Одна из лучших, наверное, одна из лучших, если не лучшая. Не без интриги. А мы вот сейчас с вами еще не знаем, вот можно ли назвать ее лучшей, поскольку мы даже не дошли до половины карты сегодняшнего вечера. 82 килограмма 2019 года. Да, схватка была года хороша. Илез Хашагулгов. В лучших традициях сериала, когда не знаешь, какой поворот ожидает дальше. На награждение приглашается партнер лиги YBJJ, заместитель генерального директора строительной компании «Горстрой», обладатель синего пояса бразильского джиу-джитсу Хусейн Хачукаев. А на ковер приглашаются участник 5-й финальной схватки весовой категории 86-88 килограммов, набравший в рейтинге синих поясов 24 балла, занявший 3-е место в рейтинге, представляющий клуб «Мурадов Тим» Магомед Сулумов.
Очень интригующая схватка, уважаемые друзья. Это финал весовой категории до 88 килограммов. И вот на ваших телеэкранах Магомед Сулумов, знаменитый представитель ММА, выступающий в смешанных единоборствах и решивший попробовать свои силы как раз-таки здесь, в бразильском джиу-джитсу, организации YBJJ. Это всегда очень интересно. 6 побед и 2 поражения. Таков бойцовский рекорд этого файтера. Но сегодня он в финале. Победив в 2 встречах, вышел на ковер. Приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 39 баллов, занявший 1-е место в рейтинге, представляющий клуб Мурат Тим. Приветствуйте, Муслим Абдуллаев. Ну, его оппонент Муслим Абдуллаев. Синий пояс, естественно, так же, как и его соперник, так же, как и все участники данного турнира. Муслим Абдуллаев также 2 победы одержал на пути к финалу. Особенно запомнился его успех в полуфинальном противостоянии против Рамазана Шихшабекова. Это был очень уверенный треугольник. До этого Муслим, кстати, проигрывал Рамазану. И было очень любопытно понаблюдать за тем, как он берет реванш. Также сабмишном проигрывал. Обменялись любезностями. А это значит, что у них история не закончилась? Безусловно, еще мы увидим обязательно встречи. Два одноклубника. Представитель ММА против представителя бразильского джиу-джитсу. По правилам последнего из вышеназванных видов. Но, тем не менее, оба они синие пояса по бразильскому джиу-джитсу. Да, действительно. Очень талантливые спортсмены, каждый в своем роде. Вот та самая активность, о которой вы говорили, Алексей, находясь сверху, постоянный прессинг, неустанная работа, неустанные атаки, это как раз-таки про Магомеда Сулумова. Очень хорошие функциональные возможности у этого парня, который он перенес из ММА сюда, в бразильское джиу-джитсу. И как раз, наверное, это ключ к победе сегодня для него. Не застаиваться здесь, в гарде, потому что мы знаем, что Муслим Абдуллаев обладает очень серьезными навыками как раз-таки проведения треугольника. Это и на треугольнике, и на тренировке он не раз доказывал. Ну и свип. Кимура свип также в его исполнении часто мы видим. Это, наверное, наиболее такие 2 направления, в которых силен Муслим. Да, он очень хорошо работает из открытого гарда. Во всяком случае, это то, что я видел на некоторых мероприятиях, включая сегодняшнюю первую часть, так сказать, отборочную часть ивента. И я имел счастье наблюдать за его схваткой на предыдущем таком промежуточном турнире YBJJ, который проходил здесь же, в Грозном. И вот, пожалуйста. Попытка треугольника. Та самая попытка треугольника, от которой мы предостерегали Магомеда Сулумова. Видать, он нас не расслышал. Да. Очень непростая ситуация. Остается держаться в этой позиции, пытается выйти на руку и дозакрыть треугольник. В любом случае, позиция хорошая, ее нужно только реализовать. Очень мощные ноги у обоих спортсменов. И посмотрите, Муслим очень близок к проведению треугольника, к завершению. Да, все. И это 2-й треугольник у Муслима за сегодняшний день. 2-я уверенная победа, вернее, 3-я победа, 3-я уверенная победа. Прекрасный матч. И 1-е досрочное завершение вечерней части нашего турнира. Претендующее как раз-таки на сабмишн вечера. Если дальше мы не увидим ничего экстраординарного. В этой схватке... Да, я повторюсь, что... Прямо треугольник победу одержал Муслим Абдуллаев. Я повторюсь, что... И стал лучшим джитсером весовой категории 80... сабмишена в каждой схватке в тот момент. 6,88 килограммов 2019 года. И на награждение приглашаются приблизительно равные спортсмены. Но все-таки вот, наверное, более глубинные знания
бразильского джиу-джитсу. И Муслим получает памятный приз от лиги и денежный бонус от спонсора турнира. Это первый денежный бонус сегодняшнего вечера. То есть помимо основного приза Муслим Абдуллаев также завоевывает и приз благодаря досрочной победе. Напоминаю, что и помимо этого бонуса, который составляет $200 бонуса за сабмишн, спортсмены, победители своих категорий, также получают денежные призы. Итого два конвертика. И один прекрасный, кстати, прекрасный приз памятный получает Муслим. И вообще в целом нужно отметить ту деятельность, которую ведет как раз таки лига YBJJ. За более чем однолетнюю историю существования они провели множество турниров на юге России и дают возможность спортсменам самореализовываться, не простаивать без практики, что очень важно. Она, конечно, приглашается. И тут самое время напомнить, что со следующего года, весовой категории 92-94 килограмма, набравшие в рейтинге синих поясов 9 баллов, занявшие пятое место в рейтинге, представляющий спортивный клуб Абубакаров, приветствуйте Шамиль Мажитхана. А пока встречаем следующую пару спортсменов. Да простит меня ведущий за то, что я пытался его перебить. Шамиль Мажитханов, боец из Дагестана. Первый финалист, которого мы видим в весовой категории до 94 килограммов, представляет клуб Universal Fighters или СК Абубакарова, как здесь отметили. Во всяком случае, спортсмен указал именно так. Да. СК Абубакарова. А на ковер приглашается его соперник. Набравший в рейтинге синих поясов 9 баллов, занявший шестое место в рейтинге, представляющий клуб Universal Fighters, приветствуйте Мурат Дахаев. Мурат Дахаев, Universal Fighters, весовая категория до 94 килограммов, большие парни, большие сильные парни, ну можете посмотреть. Скорее всего, это будет мощная схватка. И чем дальше, что называется, в лес, тем тяжелее атлеты. Ну и стоит отметить, что проведение турнира в YBJJ, самый, наверное, такой серьезный вклад в проведение турнира вкладывает генеральный спонсор промоушена организации, компания по изготовлению спортивного питания Visana. Мы видим, что это титульный спонсор, генеральный спонсор. И действительно, это очень важно. На протяжении всех турниров лиги YBJJ. Напомним, что в этом сезоне было 4 открытых турнира лиги. Все они проходили на территории Северного Кавказа. И только в 2020 будущем году лига расширяет свою географию и проведет первый турнир в Москве 2 февраля. Регистрация, кстати, уже открыта. Ну и что ж, да. Действительно, возвращаясь к тому, что происходит на ковре, финальная схватка весит до 94 килограммов. Шамиль Мажитханов против Мурада Дахаева. Мажитханов в белом рашгарде, Дахаев, соответственно, в черном. Очень впечатлил, кстати, Мажитханов. Опять же, в полуфинальной схватке с таким неприличным счетом он победил своего соперника 36-0. Это, наверное, рекорд утренней части турнира. Там нет никакой ошибки? Нет никакой ошибки. Мы как раз были свидетелями этого всего, когда 25-0 было, и остановился при подсчете очков. Но в итоге после этого также были удачные действия проведены им. И 36-0. Это, наверное, абсолютно рекорд на таком уровне за последнее время на соревнованиях. Наверное, да. Наверное, я да. Просто не помню такого. И есть у меня один знакомый, у него было 49-0. Привет, знакомый. Вот. Но это был другой уровень соревнований. Ну и здесь, конечно, 36-0 сделать, наверное, будет очень тяжело, учитывая и уровень соперника, и статус схватки. Но, тем не менее, очень любопытно наблюдать за тем, как будет действовать Шамиль Мажитханов.
Мурат Дахаев очень такой приземистый парень, коренастый. Пока мы видим схватку по вольной борьбе. Стойки действуют спортсмены. Ничего удивительного, когда речь идет о спортсменах в районе 90 килограммов. Мало кто хочет, чтобы на него сверху плюхнулось еще 90 килограммов такого же боевого мяса, что называется. Да, это уже и действительно и физические возможности спортсменов. Это особенность весовой категории. Тяжелее атлеты, да, тем чаще они хотят оказываться сверху. И что еще я хотел бы добавить, что очень важно в проведении данного турнира и прошлогоднего ивента, то, что привлекают представителей ярких, известных представителей из других видов спорта, в частности из ММА. Это, естественно, также привлекает внимание к этому виду спорта, что также важно. Я думаю, организаторы данного турнира, промоушена, они будут продолжать привлекать звезд, одним из которых является, одной из которых Юсуф Раисов, который вот разминается у вас с вами как раз таки на глазах. У нас на глазах, но зрители телевизионной трансляции, телевизионной версии трансляции этого не видят. Тем временем, по предупреждению, по пеналти получают оба спортсмена за, условно назовем эту формулировку, пассивным ведением схватки, уклонение от борьбы. Ну и как же прекрасно сложен Шамиль Мажитханов, мы видим такой широкоплечий, ни грамма лишнего веса. И вот очередная попытка тейкдауна не получается. Накрывает его оппонент. С захватом за шею, подбородка, так на гильотину. Очень чувствительный. Надо отдать должное Мурат Дахаев. Тазом просто накрывает сразу попытки. Вот более низкий проход уже. Сначала в пятку, потом выше перешел Мажитханов. Лоу сингл лег и тейкдаун не будет засчитан, потому что выполнен за пределами ковра. Скорее всего, не будет засчитан. Очень много сил потратил Мажитханов. Обидно, конечно, ему то, что это действие не будет оценено. Но, к сожалению, ковер имеет ограничения, достаточно яркие, яркого желтого цвета ограничения. Травмировался, ударился о стул. Очевидно, спортсмен, когда пытался провести это техническое действие. Мы будем надеяться, что ничего серьезного нет. Разбит нос слегка у Шамиля Мажитханова. Не хотелось бы, чтобы схватка прервалась. Вот. Разбитый нос такого, да. Для борца, разве же это преграда? Ну да, это мелочь по сути. Схватка продолжится. Каковы ваши ставки? Кто первый переведет поединок в партер? Учитывая, что до конца первого раунда остается меньше полутора минуты. Ну, если и случится перевод, то есть ощущение, что Мажитханов, у него уже было несколько попыток. И, пожалуйста, Дахаев сам уходит в партер. И я сегодня уже видел этот свип его исполнении. И он зарабатывает 2 балла. Да, да. Очень неожиданно, скажем так. Да, я вижу сегодня уже второй раз. Удивительный свип из дип-хафгарда, когда верхний соперник вроде бы не поменял свое положение относительно системы координат в пространстве, а тем временем нижний оказался верхним и забрал 2 балла. Казалось бы, уже потихоньку подбирался к сопернику Мажитханов. Уже казалось, что вот-вот он проведет тейкдаун, но тут довольно-таки неожиданно провел свип. Ушел сам вниз, поднялся после этого. Уверен, что это одна из коронных техник Мурада. И очень важные, стратегически важные 2 балла зарабатывает Мурад. Не отыграет ли их Шамиль? Нет. Устоял Мурат. Такое ощущение, что
через боль борется Шамиль. Может, травма какая-то. Мы видим, что гримасы боли показывает Шамиль. Не исключено. Не исключено. И вылетали они за пределы ковра. Да и по ходу схватки может произойти все, что угодно. Это не всегда очевидное какое-то действие, которое приводит к каким-то болевым эффектам. Где-то потянулось, где-то дернулось, где-то надломилось. Не дай бог, конечно. А, и вот показывает, что колено травмировано Шамиль Мажитханов. Итак, первый раунд заканчивается в пользу Мурада Дахаева. Вот нам покажет, наверное, сейчас этот свип. Хорошо блокирует вход в ноги, загружает своим весом. А вот он. И даже здесь мы видели, как накрыл, да, Мурад Дахаев своего соперника. Казалось бы, это уже не было бы действие оценено, но тем не менее до конца пошел. Хорошо держит баланс, блокирует попытки тейкдаунов. Борец вольного стиля базовый, это сразу чувствуется, очень чувствительный. Очень чувствительный, такой коренастый парень. Неудивительно, что у этих ребят база вольной борьбы, хорошая база вольной борьбы. Оба из Дагестана, где вольная борьба, она, наверное, такое основное направление в единоборствах. И любой мальчишка, уже начиная с ранних лет, занимается вольной борьбой. И это отличная база для грэпплинга и джиу-джитсу. Да, наверное, и для ММА. Да, и для ММА, конечно же. Вот все-таки те самые 36-0 настолько меня впечатлили, что я где-то у себя вот в сознании недооценил Мурада Дахаева, потому что не видел его схваток, к сожалению, утренней части турнира. Но сейчас я вижу, насколько он хорош, насколько чувствительный и насколько сильный физически. Следующий раунд весовой категории 92-94 килограмма. Шамиль Мажитханов в белой форме и Мурад Дахаев в черной форме. Это финальное мероприятие лиги YBJJ по итогам 2019 года. Прямой эфир. Чеченская Республика. Город Грозный. Что-то решили поговорить, ребята. Дворец спорта имени УС Ахтаева. Если быть точнее, по геолокации. Приглашаем тех, кого еще нет здесь. Пятый ряд. Если быть еще точнее. Да. Продолжается поединок. Минутка юмора от комментаторов сегодняшнего турнира. Продолжает атаковать. Мажитханов идет вперед. Ищет он свое счастье в атаках. Пытается додавить соперника, посадить его уже наконец-то. Попытка кимуры от Дахаева. Но он накрывает его Мажитханов и забирает те самые 2 балла, которые он так долго пытался заработать свою копилку. Ошибку допустил, конечно, Мурад Дахаев. Просто так взять и провести себе кимуру никто не даст. А здесь уже ручной треугольник. Будет ли? Нет. Очень может быть, что будет проход гарда. Да, проход гарда. И вот неправильно защищается Мурад Дахаев в данной ситуации. Наоборот, другую ногу ему нужно было закидывать. Вот оказавшись на спине, вот, к сожалению, мы видим, что есть огрехи в технике Мурада Дахаева. На верхнем этаже он хорош. Семь-ноль уже в этом периоде. И, пожалуйста. 7-0 и попытка арм-триангла. Желательно нужно вытащить ногу Мажитханову. Пройти хафгард. Хоть рост где-то ему и позволяет, преимущество рост. Вот американо. Тоже достаточно сложный для исполнения прием из этой позиции. С
все упирается в то, что нужно вытаскивать ногу из халфгарда. Ну и мы видим, функциональные возможности у Маджитханова все-таки выше. Он и визуально более молодой спортсмен. Он набирает, и это было и утренняя часть, он набирает обороты по ходу схватки. А Дахаев, мы видим, что он наоборот, теряет свои функциональные возможности. Ну, почему-то у меня складывается впечатление, что Мурат Дахаев и постарше. Да, да, я об этом и говорю, визуально это прям чувствуется. 2 минуты. 2 минуты. И изменится ли счет в этой схватке? Очень нацелен на проведение сабмишна Шамиль Маджитханов. Возможно, где-то задето его самолюбие. Проигранный раунд. Это все-таки не самая приятная вещь. Заправлены ноги. И это 4 балла. Уже начинает, так сказать, резвиться уже Шамиль Маджитханов, счет 11-0. Но, тем не менее, продолжает искать сабмишн. Автор самых больших щитов, так скажем, сегодня Шамиль Маджитханов. Как быстро меняется картина, казалось бы. Нам бы увидеть счет сейчас. 11-0 вроде должно быть. 0-то точно есть. 11-0. 11-0. Юные болельщики болеют друг за друга, не очень смотрят на то, что происходит на татами. Взяли небольшую паузу. Мурат Дахаев откровенно пытается выходить в партер. Подустал, конечно, представитель Universal Fighters. Что ж говорить, подустали оба спортсмена, но быть подуставшим сверху гораздо приятнее, чем быть подуставшим снизу. Ну и учитывая, что у нас впереди еще один отрезок, конечно, очень тяжело. Тяжело придется спортсменам. В первую очередь это касается Мурата Дахаева. Интересно, хватит ли у него сил продолжить следующий раунд в стойке, да, коль скоро заметны его хорошие навыки вольной борьбы, хорошей чувствительностью к контрброскам, хорошая устойчивость. Будет ли он работать в стойке или будет deep half guard pull и последующий свип на 2 балла? Вот это то единственное, да, наверное, что удавалось на протяжении данного поединка Мураду Дахаеву. Ну, и это работало. Да, это работало в определенный момент, когда он был посвежее. Сейчас, конечно, нужно проявлять характер, показывать характер. И опять же, тот самый формат 3 раунда по 5 минут. После первой 5-минутки Мурат Дахаев явно встал, подустал. И это тот самый незнакомый формат. Кто-то его выдерживает, кто-то нет. Кто-то может приспособиться, кто-то нет. Ну и отметим, что схватки очень равные у нас, уважаемые друзья. Только лишь Муслиму Абдуллаеву удалось выиграть досрочно. Все остальные проходили всю дистанцию. Где-то 2 раунда, где-то 3. Это уже 6-й финал. Впереди еще 2 финала в рамках турнира и 1 суперфайт, в котором Юсуф Раисов встретится с Марифом Пираевым. Проставленные российские бойцы ММА. Второй раунд. Ой, извините, господи, третий. Третий, да, заключительный уже, мы можем точно сказать. Очень интересно, как Мурат Дахаев будет действовать в этом отрезке. Какую тактику выберет? Да, да. Уходить вниз для него это не решение задачи, как мы уже видели. А вот здесь
попытка гильотины, но неочевидная, соперник уже обошел ноги. И это, скорее всего, закончится 2 баллами за тейкдаун. И обход гарда будет ли зафиксирован? Два балла на табло. 2 балла в пользу Шамиля. И, пожалуйста, попытка ручного треугольника. Снова нога находится в халф-гарде. Пытается высвободить ее Шамиль Мажитханов. И теперь он уже совсем близок. Вероятно, мы сейчас увидим сдачу. Вот теперь точно. Еще 3 балла, еще 4 балла. Удивительно, что отпустил этот захват Шамиль. 9 баллов не так-то просто отыграть. Даже если схватка будет длиться 10 минут, как по черным поясам. Отыграть 9 баллов очень нелегко. В тот момент, когда у обоих соперников силы на исходе. А тут уже и попытка выхода на треугольник. И не исключено, что это будет 2-я дополнительная денежная премия от спонсоров сегодняшнего турнира. Все-таки нацелен на сабмишн Шамиль Мажитханов. И близок он к проведению треугольника. Нужно дорабатывать. Из таких позиций не отпускает. Это уж точно. Все. Сдается. И мы видим сдачу. Мурат Дахаев. Второй финиш вечерней части турнира YBJJ. Действительно, это чувствовалось, что Шамиль Мажитханов набирает обороты. Он был все ближе и ближе к победе. Разгромный счет во втором раунде. Разгромный счет в третьем раунде. И как вишенка на торте, это проведение треугольника. Второй треугольник вечера. Да. Второй треугольник, вторая премия. В этой схватке сабмишн на победу одержал и стал лучшим джитсером весовой категории 86-88 килограммов 2019 года. Шамиль Мажитханов. Свыше 100 килограммов. Награждение проводит партнер лиги YBJJ, руководитель торгового дома спортивной экипировки «Эскимонос», обладатель синего пояса бразильского джиу-джитсу Али Салтаматов. Спонсором турнира победителю вручается денежная премия в размере $200 за сабмишн. Поздравляем Шамиля Мажитханова. Впечатляющее выступление. А у нас седьмой поединок вечера. И на ковер приглашается участник финала весовой категории 98-100 килограммов, набравший в рейтинге синих поясов 54 балла, занявший первое место в рейтинге, представляющий клуб Мурадов Тим. Встречайте, Аслан Шахабов! 54 балла. Какая внушающая цифра. 54 балла за год. Это при том, что мы слышали с вами другие цифры топовых спортсменов других весовых категорий. Это и 30 баллов, и 9 баллов. 54. Аслан Шахбанов. Ну и мы можем отметить, что это самая, наверное, одна из самых малочисленных весовых категорий. Всего лишь 3 человека. А на ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 27 баллов, занявший второе место в рейтинге, представляющий клуб Мурадов Тим. Приветствуйте, Магомед Баштаров. Ну и меньше участников только в самой тяжелой весовой категории до 100 килограммов. 100 плюс, вернее, точнее 100 плюс килограммов, свыше 100. Здесь 3 участника. Аслан Шахабов выиграл 1 схватку, а Магомед Баштаев прошел финал без участия в схватках. То есть был свободен. Баштаров, извините.
Двое одноклубников. Опять же, мы видим, что противостояние Тим Мурадов БЖЖ продолжается. Хочу напомнить, что сегодня на татами исключительно синие пояса. И в связи с этим вопрос. Как вы думаете, учитывая, что Арбим Мурадов, по-моему, находится в зале, будут ли сегодня пурпурные пояса к концу мероприятия? Скорее всего, наверное, на тренировке Арби отметит тех, кто победил сегодня. Я даже знаю предполагаемые имена тех, кто будет повышен в классе, скажем так. Но оставим пока это такой своеобразной интригой. Я думаю, дальше любители БЖ, кто следит за этим видом спорта, обязательно узнает из соцсетей, кто был повышен в классе. Я думаю, Муслим Абдулаев, Ильяс Хашагульгов, Шамиль Мажитханов — это ребята, которые, наверное, сегодня действительно впечатлили больше всех. И, вероятно, они будут первыми кандидатами на повышение в классе. Аслан Шахабов занимает позицию сверху. Пытается растянуть его ноги Магомед Баштаров снизу. И, вероятно, провести свип. Очень сильный физически Аслан Шахабов. Для тяжеловеса он обладает хорошими габаритами. И вот, пожалуйста, попытка Кимуры. Это Кимура. Очень близко. Кимура. Очень близко. Да. И проводит Кимуру. Третье премия. Да, третье извините, премия. Конечно же, сабмишн главнее. Но это же еще и третье премия. Отлично. Хорошая, короткая схватка. Очень важно, да, то, что чем дальше, чем ближе к главной схватке турнира, тем короче поединки завершаются. Да, самая скоротечная схватка турнира. Аслан Шахабов очень уверенно, сверхуверенно проходит Магомеда Баштарова. Волевым приемом на руку победу одержал и стал лучшим джитсером весовой категории 98-100 килограммов Аслан Шахабов. Поздравляем Аслана Шахабова. На награждение приглашается обладатель черного пояса бразильского джиу-джитсу Идрис Умаев Мусаев. Идрис Мусаев. Один из черных поясов из Чеченской Республики награждает победителя. У нас впереди один финал и один суперфайт. Самый малочисленный весовой дивизион свыше 100 килограммов. Сначала выйдет на ковер. А после этого Юсуф Раисов и Мариф Пираев. Аслану Шахабову также вручается денежный бонус от спонсора турнира в размере $200. На ковер приглашается участник финала абсолютно весовой категории, набравший в рейтинге синих поясов 18 баллов, занявший четвертое место в рейтинге, представляющий клуб Агат Атирау. Встречайте, Ахмед Гайрбеков. Ну и вот наш гость из Казахстана. Первая международная схватка у нас сегодня получается. Представитель Казахстана Агат Атирау, Ахмед Гайрбеков. Сегодня ни Гайрбеков, ни его соперник по финалу Муслим Далсаев не боролись. Их всего два человека в данной весовой категории. Да, по тем или иным причинам не все 8 спортсменов, 8 лучших от каждой весовой категории смогли выступать сегодня. Кто-то получил продвижение на следующий уровень, следующий пояс. А на ковер приглашается его соперник, набравший в рейтинге синих поясов 24 балла, занявший второе место в рейтинге, представляющий клуб Спортлайф Академия. Приветствуйте, Муслим Далсаев. Участвовать в поединках исключительно лучшие и исключительно те, кто заслужили свое место по итогу выступление в течение года на открытых чемпионатах в IBJJ. И это, несомненно, очень правильное решение, потому что все-таки нужно оценивать труд спортсменов, которые на протяжении года выезжали на соревнования, добывали себе заветные как раз-таки рейтинговые баллы. И кого-то допустить именно в этот формат турнира со стороны
не прошедшего вот эти жернова предварительных схваток было бы действительно неправильно. Очень серьезные ребята. Выглядят серьезно, весомо, страшно. Мне, как представителю значительно более легкой весовой категории, для меня это очень впечатляющие размеры. Ну и, конечно же, техника. Вот вопрос в технике. Насколько технически подкованы спортсмены? Всегда любопытно увидеть, обладая такими физическими возможностями, насколько удалось им освоить технику. Хотя, наверное, в этом весовом дивизионе техника, если и не на втором плане, то, по крайней мере, наверное, все-таки тут и физическая мощь играет большую роль, чем в более легких весовых категориях. Вы знаете... Но, тем не менее, без техники тоже не обойтись. При учете того, что встречаются два мощных человека в каждой схватке, да, богатырской весовой категории, я думаю, что техника и выносливость могут становиться ключевыми, ключевыми важными аспектами. Но если есть именно эти качества у спортсменов, техника, выносливость и физическая сила, понятно, то действительно, если они сочетают в себе эти качества, то это, наверное, говорит об их уровне. Мы знаем, что в мировом топе тяжеловесы очень техничны, и поэтому ребятам для того, чтобы подтягиваться, нужно, конечно, набирать в этом аспекте. Но посмотрим. Сейчас позиции снизу работают Муслим Далсаев. У Ахмеда Гайрбекова задача выйти из гарда, иначе его будут наказывать за пассивные действия, пассивное ведение схватки. Ну и наблюдая за спортсменами, конечно, понимаешь, насколько этот спорт шагнул вперед в России. Мы видели еще каких-то 4-5 лет назад БЖ, грэплинг, преимущественно это были, наверное, такой, если мягче сказать, наверное, больше схватками по вольной борьбе. Не было именно такого уровня в партере. А вот сегодня мы видим, что все больше и больше ребят действуют именно в том направлении, в каком БЖ и должно быть. Работа в партере, техника и так далее. Действительно, очень вперед шагнул этот спорт. И данный турнир, данная организация также способствует развитию бразильского джиу-джитсу и грэпплинга в целом. Ну и возвращаясь к схватке, пока спортсмены присматриваются друг к другу, через перевод хотел выйти наверх Муслим Далсаев, но это очень тяжело было бы ему, конечно, выполнить без фиксации ног соперника. Работает снизу, чем в закрытом гарде, тем чем очень здорово досаждает Ахмеду. Попытка обойти гард со стороны Ахмеда Гайрбекова. Но, к сожалению, это не является проходом. Колено в живот показывает Ахмед. Недостаточно ли это для присуждения ему баллов? Конечно, нет. Есть здесь, я так понимаю, некие пробелы в правилах. Ноги не обойдены. Вот и слово мне это в голове попадается. Не обойдены. Не обойдены. Ноги не пройдены. Стоит не то колено, к сожалению, на корпусе оппонента. Для того, чтобы спортсмену получить баллы за проход гарда, ему нужно обойти линию ног. А чтобы спортсмен получил оценку за позицию колена на животе, он должен находиться лицом к своему оппоненту, поставив, соответственно, свое колено на грудь или на живот противника, отставив прямую ногу в сторону, вторую ногу. Слишком много пространства дал своему сопернику Ахмед Гайрбеков, обходя гард. Это нужно делать более плотно, прижимаясь к сопернику. А так, на расстоянии вытянутой руки, конечно же, упростил задачу. Вот снова, посмотрите, как высоко он заходит. Да, он, по сути, делает одну и ту же попытку одного и того же прохода. И встречает все тут то же самое противодействие. Более плотно нужно фрейм работать соперника Ахмеду Гайрбекову.
Ну и мы видим, что очень пассивно ведет схватку на данном этапе Муслим Далсаев. Он просто сковывает руки сопернику. Вероятно, готовит свип, но пока это выглядит так, как будто он просто сковывает действия соперника и тянет время. Ну и, конечно, после предыдущих схваток, учитывая, сколько технических действий там было проведено, немного непривычно наблюдать за тяжеловесами. Тяжеловесы – ребята, которые не любят понапрасну расходовать свою энергию. А ее нужно много для того, чтобы управлять столь мощным телом. Ребята работают экономно, что называется, рационально. Да, ну и вот за 15 секунд до конца первого отрезка данной схватки Ахмед Гайрбеков ведет благодаря вот одному адвантиджу, который он заполучил за попытки обхода гарда, как я понял. А вот сейчас это может быть и второй адвантидж. Уважаемые друзья, разрешите еще раз напомнить, что генеральным спонсором промоушена YBG является производитель спортивного питания Висана. Естественно, мы благодарим эту организацию за проведение турниров. Благодарим в лице руководителя Асламбека Нуралиева. Первый период остается за Ахмедом Гайрбековым. Не нашлось каких-то контраргументов у Муслима Далсаева. Находясь снизу, ему не удалось провести свип. Возможно, во втором отрезке он начнет действовать именно на втором этаже, если образно выражаться, в аспекте вольной борьбы. Возможно, перестроится он. Потому что со спины пока не получается у Муслима продемонстрировать что-то. Ни попыток сабмишнов, ни попыток свипов не было. Но оборонялся при этом довольно-таки неплохо. Возможно, берег силы на следующий раунд. Или проводил разведку боем. Второй раунд. Чеченская республика, город Грозный, последний из суперфиналов Лиги Вай BJJ по итогам 2019 года. Есть еще один адвантидж на старте второго раунда в исполнении Магомеда Гайрбекова. Гарда обойти ему очередной раз не удалось, но за спиной соперника оказался Магомед еще один раз. Удастся ли заправить ноги? Удивительно, почему Муслим сразу ушел в партер. Удивительно, почему он не попробовал свои силы в стойке. Нет ли сделанных выводов после первого раунда? Ну а Магомед Гайрбеков наращивает свое преимущество. Чувствуется, что схватка ему дается. Он поймал определенный кураж. И сейчас он набирает обороты. И, вероятно, мы увидим первые набранные баллы в этом поединке. По мере накопления усталости, конечно же, и Муслим Далсаев будет ошибаться в обороне. 100%. Ну и Ахмед Гайрбеков также продолжает атаковать. Но, опять же, еще раз за спиной у соперника оказывается Магомед Гайрбеков. Слишком высоко заходит Магомед Гайрбеков. Ему нужно более дает плотно. Дает возможность, да, перевернуться своему сопернику, уйти в черепаху. Но набирает свои адвантажи, я так понимаю. Задача минимум, наверное, им выполняется сейчас.
Ну интересно, что придумает Муслим Далсаев? Что он может противопоставить сопернику, который на протяжении всей схватки доминирует над ним в позиционном плане, периодически зарабатывая адвантиджи? Муслим ловит руки, но не уверен, что у него есть четкий план, что с этим делать. Еще один адвантидж. Еще один адвантидж. Одно и то же техническое действие мы с вами видим, один и тот же результат. И тот же выход. Все-таки, да, все-таки Муслим не дает сопернику зайти в боковой контроль. Обороняется неплохо. Но учитывая, что он проигрывает уже второй период, второй отрезок, второй раунд, нужно, конечно, рисковать, ему активизироваться. Итак, снова попытка прохода гарда. Шилд выставляет ногой. Муслим восстанавливает гард. Судья переводит поединок в центр ковра. 2 минуты. Посмотрите, как сейчас было показательно. Муслим очень медленно, сохраняя калории, подвигался в центр ковра ползком. И при этом Ахмед прям бегом трусцой пробежал. Означает ли это, что он демонстрирует избыток своих сил и энергии? Ну да, действительно, это, наверное, характеризует состояние спортсменов к данному отрезку противостояния. Чуть-чуть не доделают проход. Не хватает немного плотности. Не доделают проход Ахмед Гаербеков. Хорошо. Давай. Снова он контролирует своего оппонента в черепахе снизу. Ну и что мы можем сказать? Уже 8-й финал у нас подходит к завершению. Несомненно, турнир удался, финалы удались. Мы увидели очень зрелищные конкурентные схватки. 3 сабмишна. И впереди самый главный поединок турнира, суперсхватка между представителями ММА, звездами, наверное, российского ММА Юсуфом Раисовым и Марифом Пираевым. И, к сожалению, наверное, вот именно данная схватка, она получилась наименее такое ярко зрелищное, но с учетом того, что это тяжеловесы, с учетом их антропометрии и физических данных, это, наверное, понятно, почему так происходит. Ну, знаете, даже если посмотреть эту схватку с точки зрения обучающего видео, в ней все равно можно чему-то научиться, вынести отсюда для себя какие-то результаты и по особенности борьбы в этой весовой категории, и по тактике, и по стратегии, возможно, найти, что исправить. Ну и мы видим, что Муслим Гаербеков одерживает уверенную победу. Ахмед Гаербеков. О, извините, пожалуйста, да. В этой схватке одержал победу и стал лучшим джитсером абсолютно весовой категории 2019 года Ахмед Гаербеков. Поздравляем Ахмеда Гаербекова. На награждение приглашается коричневый пояс бразильскому джиу-джитсу от Арви Мурадова, один из организаторов лиги Уэй Бай Джи Джи Магомед Ансаров. Ну и что ж, 8 финалов позади, уважаемые друзья. Впереди один суперфайт. Представители ММА Юсуф Раисов и Мариф Пираев будут сражаться в главном поединке турнира. Ну а мы вам напоминаем, что
генеральным спонсором турнира и в целом организации YBSG является производитель спортивного питания Вейсана. Прошедший в рамках рейтинга дивизиона синих поясов 2019 года. От лица организаторов лиги YBJJ поздравляем всех победителей и участников финала. Перед тем, как на ковер выйдут спортсмены, завершающие сегодняшнее событие, я приглашаю для приветственного слова нашего информационного партнера, учредителя паблика BJJ Freaks Алексея Беляева. Добрый вечер. Я очень рад, что нахожусь рядом с сегодняшним татами не в качестве участника, потому что участником я бы не вывез. Я бы не справился с тем напором, с той энергией и волей к победе, которую показывали сегодня спортсмены в течение мероприятия. Куда я смотрю? Так лучше? Окей. Хочу поблагодарить организацию YBJJ за то, что дает мне лично, да, я начну с себя лично, возможность смотреть все ключевые события лиги своими глазами, что называется, с первого мероприятия и вот до нынешнего, да, это можно считать его юбилейным. Я всегда говорил и, наверное, буду продолжать говорить о том, что очень ценю подход лиги к синим поясам, белым и синим поясам, к воспитанию вот этой новой элиты в российском джиу-джитсу. И я сейчас говорю о джиу-джитсу не просто региона Северный Кавказ, а именно о российском джиу-джитсу. Воспитывается новая элита, это те самые ребята, синие пояса, которые уже не белые, они твердо решили, что будут продолжать двигаться по пути развития своего джиу-джитсу. Это будущие черные пояса, которые будут что-то показывать и дальше на мировой арене. Я думаю, что со временем просто вырастет новое поколение, воспитанное на турнирах YBJJ. И хочу, наверное, поздравить организаторов этой лиги, этой организации главных участников с тем, что лига выходит за границы Северокавказского региона, что расширяет свою географию, и я не совру, если скажу, что в Москве джитсеры Центральной России уже очень ждут турнира 2 февраля. Спасибо. От себя также хочу поздравить всех победителей и всех призеров сегодняшнего турнира. Это было здорово. К сожалению, мне сейчас сложно говорить, потому что я вот все это время разговаривал, сейчас комментирую трансляцию, и, возможно, где-то у меня слова подзакончились. Всем спасибо. 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 Это был Алексей Беляев, информационный партнер Лиги BJJ, учредитель паблика BJJ Freaks. Итак, дорогие друзья, при поддержке генерального спонсора, производителя спортивного питания Висано в лице Асламбека Нуралиева для украшения завершения сезона 2019 года состоится встреча двух топовых бойцов смешанных единоборств. И разрешите пригласить на ковер первого бойца, экс-чемпион лиги PGC, представляющий бойцовский клуб «Крепость» Мариф Пиранья. Пираев! Уважаемые друзья, и это главная схватка турнира Суперфайт. И вы видите первого его участника Марифа Пиранью Пираева. Это прославленный российский боец, который выступал во множестве известных промоушенов. 25 побед, 3 поражения и 1 ничья. Такова бойцовская статистика Марифа. Довольно-таки впечатляющие цифры. Если говорить про ММА, он более опытный, наверное, чем его визави Юсуф Раисов. Выступил в большем количестве поединков, но сегодня, наверное, это ничего не значит, потому что направление другое и правила другие. На ковер приглашается его соперник, экс-чемпион лиги ACB, представляющий бойцовский клуб «Ахмат» и клуб «Мурадов Тим», Юсуф Борз Раисов! Ну и завершая свою мысль, не всегда опыт является плюсом. Ну вот на ваших телеэкранах
Юсуф Борзраисов, экс-чемпион лиги ACB в полулегком весе, ныне топовый файтер лиги ACA. Совсем недавно, неделю назад, он провел свой очередной поединок по правилам ММА. И вот сегодня он уже выступает здесь. Буквально любимчик публики. Прям. Да, действительно. Очень любит его зал. Без преувеличения, Юсуф Раисов — это звезда российского ММА. Его любят не только здесь, в Чеченской Республике, но и во всей России. Поддерживают его. И очень любопытно понаблюдать за тем, как он будет выглядеть на фоне очень крепкого и опытного Марифа Пираева. Данное противостояние проходит в открытом весовом дивизионе. Сколько весят файтеры, наверное, знают только они. Сейчас нет четко регламентированной весовой категории, потому что оно и понятно, у них есть свои обязательства перед ММА-промоушенами, есть свой календарь, и поэтому, учитывая, что спонтанную идею проведения данной схватки, не стали их ограничивать какими-то весовыми дивизионами организаторы. Что, наверное, нам позволит сегодня увидеть более зрелищную схватку. Наблюдал за обоими, имел счастье наблюдать за обоими спортсменами исключительно по правилам, в борьбе по правилам грэпплинга, без ударной техники. И всегда это было что-то зрелищное. И как минимум две таких схватки я видел от Юсуфа Раисова. Внимание от и партнера. Видел совершенно недавно выступление его оппонента, денежный приз тоже на турнире по грэпплингу, тоже в рамках суперфайта. И это было не скучно. Для меня очень важно такое слово в джиу-джитсу, когда мы говорим о суперфайтах, не скучно. Да, это то, что позволяет зрителю увлечься нашим спортом. Когда это не скучно видеть, тебе тогда ты хочешь разобраться, что там было. Возникает второй интерес. Ну, действительно, да. Наверное, в первую очередь нужно зрелище, чтобы уже углубиться в правила спорта. Простому зрителю нужно видеть зрелище. Действительно, оно так и есть. И бойцы зрелищные и в ММА, и в грэпплинге. Я уверен, что и в джиу-джитсу они будут проявлять себя зрелищно. Итак, у нас есть первое техническое действие. Оценит ли рефери данного противостояния его? Юсуф Раисов оказывается сверху. На контратаке, сконтрив, накрыв действие соперника, проход ноги. Юсуф зашел за спину и в итоге оказался сверху. Мы видим, что пытается отключить кисть соперника Юсуф Раисов. Больше он хочет отключить ноги соперника, пройдя гард бодилок пас. Но это уже сейчас. До этого он пытался отключить кисть соперника и обездвижить его как раз таки опорную руку. А сейчас уже перешел вот к следующему действию. Есть опасность попадания на омоплату, с которой он быстро разбирается. Не довел до конца этот прием. Мариф Пираев не поверил в себя. И попытка вот как раз-таки заработать первые баллы от Юсуфа Раисова. Еще один бодилок пас, да. И, возможно, это выход за спину оппонента. Заправят ли ноги борц? И все-таки, конечно, чувствуется, что тут более такая позиционная борьба идет, учитывая, что это именно как раз формат ММА, где-то у них уже по привычке сохраняется. Отключает ноги соперника Юсуф Раисов. Отключает ноги, но тем не менее этого пока мало для того, чтобы считать гард пройденным. Нужно чуть выше к сопернику подняться Юсуфу. Грамотно защищается Мариф Пираев. Хоть инициатива и на стороне его соперника, но тем не менее пока не дает заработать баллы. Хафгард сверху. М
Марьев Пираев пытался установить закрытый гард. Не залеживается в гарде Юс Фрейса. Постоянно активно работает. Но пока ему не хватает экологической точки. Не хватает заработанного балла. И пожалуйста. Нет, все-таки не удерживается. Позиция full mount. Не хватило плотности. Вот. Довольно-таки хороший темп показывают спортсмены. В хорошем темпе идет такая хорошая позиционная борьба. Вернулись в стойку. По адвентиджам 3-0 у нас в пользу Юсупа Раисова. Да, были хорошие попытки пройти гард. Считанные секунды до завершения поединка. Но спортсмены не сбавляют темп, как будто не обращают внимания на таймер. Ну и вот первый отрезок суперфайта завершается. И остается он за Юсупом Раисовым. Довольно-таки уверенная работа от Борза. Мы видели, что на протяжении почти всей пятиминутки он доминировал. Вот здесь Марьев Пираев отдал спину. И как раз-таки вот в этом эпизоде начались, наверное, его, можно сказать, проблемы. Начинается второй раунд у нас. Юсуп Раисов против Марьева Пираева. Юсуп Раисов против Марьева Пираева, напомню, уважаемые друзья. Это суперфайт в рамках турнира YBJJ, итогового турнира 2019 года. И сразу проход ноги. Первая попытка от Марьева Пираева. Встречена с замком гильотины от Юсупа Раисова. Остались ноги далеко сзади у Марьева Пираева. Соответственно, соперник его растянул, накрыл. Проходы, конечно, нужно делать чуть-чуть по-другому. Где-то вот хладнокровия, наверное, не хватает сегодня Марьеву Пираеву, чтобы максимально эффективно использовать свою богатую базу вольной борьбы, самбо. Да, есть что-то такое, что может показаться неуверенностью. Возможно, есть какая-то объективная причина для этого. А может быть, это тонкая игра. Возможно. Возможно и попытка гильотины, но здесь, конечно, без фиксации ногами соперника будет очень тяжело ее выполнить. Одну ногу цепляет Марьев. И пытается выйти. Да, очень грамотно выходит из партера Марьев Пираев. И вот чистый тейкдаун его исполнении. 2 балла. Я думаю, что в данный момент он оказался в более приемлемой, удобной для себя позиции работы сверху. Ну, довольно-таки, да. Вот в отличие от прошлых его попыток, в этот раз Марьев более грамотно и с хорошим таймингом провел тейкдаун. Хорошо вошел в ноги, и спина, и ноги были как бы на своем месте. Не провалился, не растянулся. И вот как результат, первые 2 балла. Первая результативная атака со стороны Марьева Пираева. И первые баллы в этом поединке. И, пожалуйста, попытка удушающего приема гильотина. Судя по тому, что плечи у Юсупа двигались, захвата немножко не хватало для проведения приема, но, собственно, вы это сейчас все и увидели.
Но очень серьезный темп взяли спортсмены, насколько их хватит, учитывая, что в ММА они привыкли к прохождению трех раундов и пяти раундов дистанции. По крайней мере, Юсуф дрался 5 раундов. Но с другой стороны, в ММА есть комбинирование с ударами, есть клинч, есть работа у сетки, где можно передохнуть. А здесь все-таки, наверное, в экономном режиме работать не получится. Здесь уже нужно, особенно в стойке. Да, в стойке, уж тут в стороне не попрыгаешь. Да, как атака, так и в оборонительном плане. Конечно, много сил дают спортсмены. Чуть больше минуты остается у нас до конца второго отрезка. Мариф Пираев ведет 2-0. В первом отрезке он уступил. И тем самым, если Юсуф Раисов не переломит ход встречи. Хотя вот видите, есть проход ноги от Юсуфа. Но пока нет баллов. И, пожалуйста, контрит Мариф Пираев и выходит на гильотину. И оказывается сразу в фулл-маунте. Но не зафиксирован. Или все-таки дает? Нет, отменяет оценку рефери. Казалось, хотелось уже. Хотел и подарил по одному адвентеджу каждому спортсмену. Хороший был обмен попытками. Да, очень-очень хороший. Остро атаковали оба спортсмена. И главное, так очень четко ответ на действия друг друга. Это было... Снова попытка гильотины. Не очень удачная. Очень качественную схватку мы с вами видим, уважаемые друзья. Действительно, Юсуф Раисов и Мариф Пираев не отбывают номера. Они выкладываются по полной. И не отнеслись легкомысленно к этой суперсхватке, что очень радует. Ведь для них это тоже определенный опыт. Другой формат. Конечно, конечно. Прихватывает ахилл. Очень мало попыток болевых на ноги сегодня мы увидели. И у нас завершается второй раунд. Впереди решающий третий. Что же мы видим на табло? 4 балла в пользу Марифа Пираева. Да, если первый раунд завершился адвентиджами в пользу Юсуфа Раисова, то во втором отрезке уже более результативным оказался Мариф Пираев. Вот очень качественный тейкдаун мы с вами увидели. С очень плотным последующим контролем. И здесь сконтрил, не доработал Юсуф Раисов. Сконтрил, и внизу в ходе этого технического действия оказался Юсуф. Возможно, это и принесло 2 балла. Да, и то, что, 2 балла. Да, и то, что Юсуфу не дали баллы... За то, что он не зафиксировал. Даже переведя соперника, Мариф оказался на плече. То есть не на спине, а на плече. Плюс голова была в захвате у соперника. И потом контратака. Мариф Пираев тоже, кстати. Мариф Пираев тоже, кстати, недавно совсем дрался, но... А, к сожалению, для него он уступил. Третье поражение в карьере потерпел от Родриго Капарало. Было это на турнире MVP 30 ноября. То есть с разницей в 2 недели бойцы провели свои поединки и сегодня выступают здесь. 3 недели назад провел свой поединок Мариф Пираев и чуть больше недели назад Юсуф Раисов. Ну и что ж, кто первый пойдет в атаку, мы видим, что позиции легко не отдают, партер никто не уходит, и поэтому приходится эти позиции завоевывать спортсменам. Первая попытка прохода, и Юсуф контрит, и переходит на гильотину. Очень плотный захват, мы видим. Волнуются люди в зале, такой острый момент для болельщиков. Захват хороший, но...
И 2 балла получает Мариф Пираев, оказавшись сверху. Advantage получает Юсуф Раисов. Даже 6-0 на табло мы видим. Это ошибка или как? Но рефери не показывает недовольства изображением на табло. Значит, с ним согласен. И я хочу напомнить, что каждый поединок сегодня судят 3 рефери. 3 рефери, а значит, возможности ошибки или какой-то случайности минимальны. Ну и мы видим, что перехватил, конечно, инициативу Мариф Пираев. Если в первом раунде он многое позволял Юсуфу Раисову, и даже удивительно каким-то отрешенным, не сконцентрированным выглядел, мы даже отметили это, то во втором и третьем отрезках он значительно активнее и результативнее, что самое, наверное, важное для него. И как следствие он ведет и в этом отрезке тоже. Юсуфу Раисову нужно отдавать все силы, идти до конца. Мы видим, что очередная попытка прохода в ноги. Очень качественно выполнил Юсуф ее, но не хватило физических сил. Ну и, конечно, навыки соперника, он чувствует эти моменты и хорошо обороняется. Базовый борец, в отличие от Юсуфа, Мариф Пираев базовый борец, поэтому, наверное, у него более глубинные знания, если мы говорим. Возможно, больше борцовского опыта и, да, может быть, больше понимания. Хотя я не берусь судить, не знаю об этом. Как мы можем здесь строить предположение. Не, просто по факту, да, по факту он базовый борец, который больше практиковал этот вид спорта. Но Юсуф Раисов, он занимался разными видами. Это и карате было, это и боевое самбо. И вот именно его универсальность, это его плюс. Но именно в данном поединке мы видим, что где на первый план выходят тейкдауны именно из вольной борьбы, то здесь уже, хотя Юсуф также преуспевал в этом аспекте, но мы видим, что во второй половине поединка он немного подсел функционально. Ну, а Мариф Пираев, наверное, ему нет какого-то смысла рисковать сейчас, искать что-то. Да, он, но тем он не так менее он ведет с комфортным счетом. Аккуратно пытается продвигаться дальше мимо гарда в стоп-контроль, но не рискует, не делает каких-то резких движений. Минута до конца схватки. И 6 баллов преимущества. Это очень серьезный отрыв счета. Да, уже меньше минуты остается до конца этого суперфайта. Юсуф Раисов до последнего пытается переломить ход встречи. Но, действительно, это, наверное, практически невозможно в данной ситуации. 6-0, слишком крупный счет. Вы знаете, в джиу-джитсу возможно, конечно, все. Это может быть и сабмишн на последней секунде, но тем не менее, да, отыграть 6 баллов даже за минуту, даже за 2 минуты, это очень сложно. И посмотрите, сколько адвантажей мы видим также. Активно борцы действуют, что радует, очень радует. Ну и что мы можем сказать, Алексей? Турнир удался, схватки были очень качественные. И, пожалуйста, попытка удушающего приема, гильотина в исполнении Юсуфа Раисова. Нет, не получается, не получается. И завершается схватка. Прекрасную схватку мы с вами увидели. Очень хорошая. Друзья. Да. Прям на одном дыхании она прошла и смотрелась. И как вы верно заметили в начале этого поединка, ребята, спортсмены не отыгрывают просто. Не отбывают номер, да? А, не отбывают номер, да, совершенно верно. Действительно, выложились сполна на 110%. Мы видим, что ценой какой-то травмы или растяжения Мариф Пираев побеждает в этой схватке. Уважаемые друзья, мы можем подводить некий итог. Турнир удался, схватки были очень качественными, зрелищными. 100%. Алексей, в очередной раз было приятно поработать вместе с вами. Спасибо вам большое. Дай бог, не в последний раз. Да, за то, что вы делаете, за тот вклад, который вы вносите в развитие БЖ в России. И, уважаемые друзья, спасибо вам. Мы обязательно еще увидимся с вами. Занимайтесь спортом.
Ведите здоровый образ жизни. До встречи. Всем пока. В этой схватке победу одержал Мариев Пираев. И ваши аплодисменты его сопернику Юсуфу Раисову. Ставьте обязательно в комментариях, какая схватка, черный по вашему бразильского мнению, была второй сегодня дан, наиболее Арби лучший. Мурадов. О, господи, как же я говорю. Наиболее Юсуф зрелищный, Даму. Лучший, активный, неожиданный, возможно. Какая схватка и кто, может быть, конкретно из спортсменов понравился вам сегодня больше всего. И самое главное, говоря о сегодняшнем вечере, подводя Юсуф. Итог этого вечера, хочется сказать и напомнить, что уже в будущем, в 2020 году, Лига YBJJ перешагивает границы Северного Кавказа и расширяет географию. Два ближайших турнира, которые заявлены в начале следующего года, пройдут в Москве и в Санкт-Петербурге. Обязательно следите за анонсами. Регистрация на турниры уже открыта. Как мы сегодня видели, турнир был очень прекрасный, хороший турнир. Ребята хорошо выступили. Кто выиграл, проиграл, всем желаю удачи в дальнейших турнирах. И для организации очень хорошее дело. Для турнира развивается джиу-джитсу, самое главное в России. Все, что делается для наших ребят. Желаю удачи организаторам, участникам, всем. Друзья, на этом все. Adik Welsh, Marsh Oil.